Да я так и делаю. Очень клевая квартирка получилась, трехкомнатная. Господи, я испугалась, Владик. Смотрите. Вот у нас, сейчас я вам покажу. Типа дворик. Прикольный такой. И у нас тут такой подоконник. Типа. И мы тут чайки гоняем. Ладно. Показать вам нашу квартирку? Как дела с пабликом в Инстаграме? Все хорошо. Да. Я потом выставлю фотку, там, где мы на улице, были вот так, в пижамах. Это, конечно, было очень смешно. Мы ходили в торговый центр, в супермаркет, и это... Пошли в пижаму. Че париться вообще? Ладно, сейчас покажу. Конечно, будем гулять. Конечно. Который час вообще сейчас? Сейчас без 8-6. Мы отдыхаем, потом едем тусить. Короче, камон. Мы на балконе. Сейчас я покажу вам. У нас с Мурзиком розовая комната. Тут у нас пальмы. Я думаю, надо пофоткаться с этими пальмами потом. Вот мы заходим. Рум-тур, поехали. Пропиарится, да, кто хочет. Вот тут у нас зеркальце. Это наша комната. Не обращайте внимания на наш бардак. Да ладно, еще нет бардака. Ну, кроме этого стула. Но это у меня там вещи собраны. Так. Короче, вот так, смотрите. Тут у нас типа комнатка. Да, идем дальше. Мы выходим с комнаты. Тут туалет, дальше, смотрите, и мы попадаем на кухню. Тут кухня, куча еды, короче, уже скупились. Ну, в общем, кухня. И смотрите, хоп, и мы опять на балконе, на том же, на котором сидели. Я предлагаю пойти обратно. Просто, типа, квартира по кругу, поняли? Идем дальше. Тут ванная. Не будем ванную показывать. Сейчас я слепничу, коридор вам покажу. Ну, короче, коридор. Дальше. Идем дальше. Еще одна комната. И мы же прямо в центре. И, короче, тут это... Клевые подоконники, потому что они большие, на них можно сидеть. Сейчас давайте я вам все покажу, а потом буду говорить, на все вопросы отвечать. Короче, трехкомнатная у нас квартирка, и там еще одна комната. Такая же, как у нас, только красного цвета. Ой, выключи свет, пожалуйста, Мурзик. Там. Все у нас в каком-то таком, не знаю, стиле. Короче, клево то, что мы живем именно в квартире, а не в доме. Ой, не в доме, не в отеле. Сейчас сядем обратно сюда, потому что чувствуем одесский колоритик. Чувствуем одесский колоритик, это очень клево. И мы реально вышли сегодня. Мы очень долго ждали, пока нас поселили, потому что убирали квартиру, и потом мы, короче, поселились, пошли погуляли по Дерибасовской, а потом начали готовить кушать,
И потом пошли с Владиком и с Мурзиком в супермаркет, вот так тупо в пижамах. Нас узнают люди на улице. Какие-то пацаны такие, типа, о, привет, о, open kids. Мы такие, да. Можно ли с нами встретиться? Ну, конечно, можно. Где вы и что вы там делаете? Мы в Одессе приехали потусить. В Аркадии были? Нет, сегодня вечером поедем. Может быть, получится нас там встретить. Если что, если вы нас встретите, не стесняйтесь подходить. Мы рады любому общению, поэтому ждем вас там. Что будет на Башкафест? На Башкафест будет также мастер-класс мой и очень много клевых мастер-классов. А, как с вами можно встретиться завтра? Я наших планов на завтра не знаю, честно. Гуляете ли с Decide Band? Ну, прям такой типа встречи, там, где гуляем все вместе, такого не было. Лер, можно к вам заглянуть? В соседнем доме живу. Если найдешь, нас заглядывай. Как погода? Погода классная. Мне нравится, когда типа не холодно и не жарко. Яна в Киеве. Удачно отдохнуть. Спасибо. Спасибо. Просто, понимаете, типа, что втыкать в Киеве несколько дней последних? Все такие, типа, о, боже мой, лето закончилось, но у нас только начинается. Серьезно. Ангелина, Аня и Юля сейчас гуляют где-то вместе. Потому что девочки гуляют сейчас в Киеве. Да, мы вдвоем. Что еще? Что еще? Что еще хотите узнать? Ой, не надо мне только спам присылать, ладно? Спасибо. Да, мы снимаем квартиру до 31-го. Мы в Одессе. Я не думаю, что мы завтра заглянем в Аркадию. Ой, ребят, пожалуйста, посоветуйте какие-то клевые места, серьезно. Где рум-тур? Так уже был. Мы уже провели все. Любимый цвет. Какой твой любимый? Мой фиолетовый. Фиолетовый и голубой. Ну, бирюзовый вот такой, как браслет. Хочешь школу? Ребят, какая школа, блин? Я еще не готова. Я не скупилась еще до конца. А времени у меня скупаться не будет, потому что я 31-го приеду вечером, поздно. Да, мы в одной комнате с мальчиком. Что еще? Погуляйте по морскому вокзалу. Мы сегодня, кстати, немножко прошлись, потому что мы рядом возле центра и удобненько. Блин, у меня такая жесть вчера была, честно говоря. Я напланировала. Мне должно было быть вчера 5 встреч. Я всем говорила, типа, мне все пишут, я такая, только типа один человек не отвечал точно. И я такая, ну просто хотела встретиться с этим человеком, и я такая всем говорила, ребят, увидимся. И дотянула до 8 вечера. И потом пришлось собирать чемодан. А когда человек уже ответил, типа, в 9:30, и такой, типа, наверное, уже поздно, я такая, да, уже поздно. Ну, я ж не поехала бы. И потом, блин, короче, всем вчера ни с кем не смогла встретиться. Сори, все, кто приглашали меня вчера погулять. Извините, реально. Езжайте в Москву и там погуляем. Меня уже приглашают, блин, 20-й раз. Все приглашают в Москву, Мурзик. Надо реально ехать. Как это не будем? У нас девочки все в Одессу приедут потом на концерт 30-го числа. Сегодня танцы будешь смотреть? Может, посмотрим. Как вам новый трек Бибера? Мне нравится. Мне тоже. Купите русско-одесский словарь. А такой существует вообще? Прикольно. Надо будет посмотреть. Устроите фан-встречу в Одессе.
А вы уверены, что кто-то придет? Я же говорю, что сегодня вечером будем в Аркадии. Подъезжайте, кто хочет, увидимся. Приходите. Если найдете нас, то подходите. У Юли 30-го дыры и концерт. Нет, в Крыму не были. Покажи футболку. Это комбинезон. Короче, Микки Маус, тут у него такие лапки. И у Мурзика тоже там будет. А у тебя что? Что это за фильм? Пенди. Я не знаю такого. У меня Woman's Secret. Когда тур по России? Скоро, 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 скоро. В какой класс идете? В 11-й. Мы в трехкомнатной. Смотри, как происходит чутка сценария. Ага. Короче, снимается в каком-то... Мы пойдем смотреть сейчас этот сплетницу. Мы сегодня так легко доехали вообще, да, в Одессу. Да, очень быстро. Очень быстро. Но мы ехали часов 6, но доехали реально клёво. Я даже не заметила, как прошло время. Супер гуд компания у нас просто была. Ну и, короче, доехали реально быстро. И заехали в одну кафешку, Загадка называется, там вкусненько пообедали. Позавтракали, точнее. А, Мурзику 14, да. Да. Мне кажется, сюда зовут. Нет, мы не с Аниной мамой приехали. Спойте с Мурзиком. Что? People get along. А, я не знаю слова. Гулька прик. Да! Намаз. У нас такая смешная фотка вышла, когда мы с Бутлем. Я, может быть, залью ее, может нет, я еще не знаю. Если что, ищите ее на Аске, потому что не очень хочется Инстаграм таким еще засорять. А может, и выставлю. Почему вчера трансляцию заново не начала? Потому что она не загрузилась во второй раз, серьезно. Сегодня будем смотреть, наверное, вечерком какие-то ужастики. Нет, завтра, наверное. Да. Сегодня не будем уже смотреть. Завтра, послезавтра, еще куча времени. А Мурзик не сидит в скайпе, поэтому... Что еще? Можно с вами завтра встретиться? Я еще не знаю вообще наших завтра планов, поэтому следите, сделаем перископ, и может встретимся... Я сейчас танцы смотрю, клёво. На море будете купаться? Ну, я бы не сказала, что сейчас очень тепло в Одессе. Да. Ну, как бы здесь тепло, чтобы ходить в шортах, майки, но купаться. Да, да, да. А еще так смешно было, я вчера, когда написала, что скинула нашу беседу, типа то, что в Вайбере мы переписывались, камон, на приключения, и люди подумали, я написала тебе купальник, братья, они подумали, что мы поедем в City Beach Club, типа в Васиках купаться. Чуть-чуть дальше, чем в City Beach Club поехали. Ну, чуть-чуть. Да, всего лишь на... На 400 километров дальше. Это какие-то блогерши? Нет, это участницы группы Open Kids. Кстати, а в Одессе есть какой-то клёвый аквапарк? Я только знаю вот этот клёвый. А, да, мы там были. Ну, мы не купались там, но... Ну, такое вроде. Ладно, посмотрим сегодня. Здравствуйте. Здравствуйте. Какие права? Зачем права вообще? Кому они нужны? Права дают с 18, правильно? В Америке с 16. У тебя же американское гражданство. Да, у меня же американское гражданство. Вообще, я была бы сейчас, если бы... Ладно, потом расскажу мне одна штука, то я была бы сейчас бы американкой. Да, да, ты рассказывала. Да, на 7-й километр. Да, можем поехать скупиться, кстати. Куда? Да. Шмотки. 7-й километр. Это типа такой базарчик. Ага. Не, ну там нормальные. Правда, там же нормальные вещи. Когда транса у Ангела? Напишите Ангелине, спросите у нее. Беларусь когда? Беларусь. Честно, я уже хочу давно к вам. Реально, но мы никогда никак не доедем, серьезно. Спойте Bad Boys. А, возле 7-го километра есть классный аквапарк. Окей.
Ребят, у меня вопрос. Как вам Ethereal вообще? Паблик в Инстаграме, мне интересно. Просто как-то мало людей туда заходит, поэтому мне интересно, нужен он там вообще или нет, сделать его закрытым, или чтобы только свои видели. Что вы мне думаете? Мне нравится. Хочешь, только я буду его смотреть. Спасибо, Мурзик. Любимая песня какая? У меня просто несколько песен вообще поменяли мое настроение этим летом. Это Jonas Blue Perfect Strangers, Years and Years Shine, Years and Years King. Что еще? Не помню. Эти самые главные. А, и мод потрачен. Глаголом. Что у тебя еще есть? У тебя цитатки грустные. Ты грустишь, что ли? Нет, я не грущу. Просто ночью такое настроение, знаете. Ну, вот такие, ну, прикольные цитатки. Просто да. Все, что идет в голову, то и пишу, ребят, реально. Мне очень подходит жизнь к моей, твои цитатки иногда. Спасибо, мне приятно. Пора смотреть сплетницу. А, знаете, какой мне еще вот это Closer? The Chainsmokers. Нравится очень. Цитаты шик. Кара Делавинь, знаете? Да, мы сегодня такое видео у нее в Инстаграме видели, капец какой-то. Я сначала лайкнула, потом отлайкнула. Ребят, на какой трек это похоже? Сейчас Мурзик вам покажет, и вы скажете. Она да. Очень капец, правда? А это вообще Closer the Chainsmokers. Понимаете вообще? Жесть какая-то. Все перед друг друга треки. Да, у меня видос с дедукцией был под этот трек. Мурзик, тебе что-то пишут там в ВК. Смотри, видно море. Где? Что ты рассказываешь? Нет, серьезно, смотри, вон видишь? А, точно. Не вроде. Угу. Вещи, да, вывешу? Да, будем вешать. Ага, класс. А потом она оторвется и... Ой, стрёмно, так телефон держи. Смотри, это уже... Включите Монатик кружит. Мы Монатика и Мота заслушались в машине, я не знаю, блин, за 6 часов вот так. И трое с Ивана слушали еще. Кто тебе больше всего нравится из сплетницы? Мне нравится Нейт. Мне Чак и Блэр, конечно же. И Чак и Блэр, конечно же. И вообще... Сиренка классная. Я классный. Вообще Сирена, а она Блэр. Все, сейчас начнется про сплетницу, что это будут писать. Да, все, я не хочу даже ничего читать, потому что вы сейчас начнете мне все рассказывать, я ничего не хочу услышать. Все, увидимся сегодня, если что, вечером в Аркадии, мы круто оденемся, пофоткаемся специально для вас и все попостим всякие эти интернет, социальные сети. Любимая песня Монатика моя сейчас в последнее время это «Друг мой дорогой», это кто спрашивал только что. И да, мы знаем Регину Тодоренко. Любимый напиток – молочный коктейль. У меня, не знаю, много очень любимых напитков, но не знаю, выделить любимый не могу. Все, мы погнали. Пока!